Я горжусь тем, насколько изменился театральный ландшафт нашей страны. Особенно это касается театров малых городов. Знаете, мы приезжаем туда, где нас ждут. 350 человек ехали со всей страны. Биографию вы можете почитать на русском, но абсолютно обширно. Благодарен Министерству культуры Российской Федерации, которое продолжает нас поддерживать все эти годы. Министерство культуры Татарстана, которое очень активно включилось в работу. Мэру города Набережные Челны. Без этого невозможно, потому что очень большое количество площадок, большое количество гостей, гостиницы. То есть это целая логистика, и прием города очень важная составляющая этого фестиваля. Театра малых городов России. И сегодня Набережные Челны – это театральная мекка. Я скажу всего лишь пару слов. Театр объединяет одно. На сцене – человеческие сердца. За кулисами – человеческие сердца. И в зрительном зале – человеческие сердца. Фестиваль будет всего 7 дней. Но за эти 7 дней мы с вами проживем уникальные события, уникальные впечатления нам подарят артисты, которые приехали сюда. Я хочу вам сказать, что вы знали, если вы не знаете, что вы всю неделю театральная столица России, ни мало ни меньше, Набережные Челны. У вас так зелено, у вас такие хорошие дороги, у вас такие улыбчивые люди, что мне уже тут хорошо. Я надеюсь, вам тоже хорошо. 3-4. 18-й фестиваль театров малых городов России открыт!